Привет, привет, ребятки, это приключение красного квадрата и черного. Ну чё, погнали? Итак, ребята, сегодня под конец серии мы сразимся с великаном-боссом, лунным чародеем. Да, это чудище будет очень интересно, поэтому сразу же ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. И нажимайте на колокольчик, но лайки прежде всего. Так, нам нужно составить план, как туда перебраться, может быть... Где-то здесь есть выход. Так, куда? Куда мы улетели? Так. Опа! Вот и звездочка. Вот и звездочка моя. Оп! И сразу в телепорт. Здорово. Так. Хорошо. Ух ты. Ну же. Кто-то у нас опять подорвался. Ну и смешной он. Так. Здорово. Смотрите. Тут мы тоже сумели сюда вставать, лучше не надо. Лучше не надо было, потому что мы куда-то улетаем вечно. Все вверх ногами меняется, и мы куда-то улетим. А мы ведь этого не хотим. Так. По этой стрелочке. Вау! Крутой прыжок. Крутой прыжок куда-то не туда. Совсем уж не туда. Нет. Звездочка, давайте мне. Кармашек. Так. Есть. Отлично. Этот уровень пройден. Так, это что у нас за полеты начинаются? Ух ты. Ой. Так. Иди сюда. Да что ты будешь делать-то, а? Ах. Почти ведь вышло-то, а? Так, нет, вот сюда прыгать как-то нужно по-особенному. Опа. Есть. Ребята, босс. Босс, сейчас мы к нему отправимся. Погнали, ю-ху! Так. Тун-тин-тин-тин. Поехала песенка. Вау, это как ты так быстро меня съел-то? Ты чего? Ах ты ж. На тебе. Ай, больно. На еще разок. Отстань.
куда-нибудь. Все. Хватит за мной гоняться, ребятки. Сейчас мы его победим. Всем пока-пока. Point.